Главе Заиграевского района Александру Бурлакову сегодня изберут меру пресечения. Ходатайство уже поступило в суд, и заседание должно было начаться еще днем. Но его переносят по ряду причин. Чингис Ачиров передает из Заиграева. Заседание по делу Александра Бурлакова, главы Заиграевского района, должно было начаться в 16:00. Однако из-за того, что его адвокат не явился, дело пришлось перенести. Сейчас мы все ждем его замену. Сам же Бурлаков также находится здесь, в здании суда. Так что оставайтесь с нами, и завтра мы вам расскажем, чем закончилась эта скандальная история. Добавлю, Александру Бурлакову вменяют превышение должностных полномочий. В 2017 году чиновник безвозмездно передал коммерческой компании 800 тонн угля на 1,5 миллиона рублей.